по одежде. Вот если вы вдруг постирали свитер, а он стал мал, ничего страшного, да? Тоже можно тогда делать family look, да? Так, друзья, хочу с вами тут поделиться. Видели, да, вчера пилила мало сториз. Знаете, почему? Потому что не было у меня сил, не было у меня энергии, ничего у меня не было. Лайфхак. Никогда, выходя из бассейна, не выходите с недосушенной головой. Это я вам прямо рекомендую. Потому что меня продуло так. Меня, естественно, сразу взяли тест на коронавирус, потому что голос все-таки ответственная вещь. С детками, с семьями общаемся. Вот, естественно, тест отрицательный, но мне было так тяжело. Я себя так плохо чувствовала. Мне, кстати, до сих пор вот тут еще болит немножко шея. Короче, слава богу, все. Сегодня я чувствую себя отлично. Два дня у меня был какой-то такой тяжелый момент в моей жизни. Я думала, господи, мне работать целый день, а я просто убираю. Вот. Выходя из бань, из бассейнов, где бы вы ни были, где бы намочили голову, а на улице холодно, пожалуйста, особенно вот здесь, сушите, знаете, у корней волосы, иначе будете мучиться потом, как я. По своим делам. Что думаете, похоже я на Галь Гадот смогла бы я Вандервумен играть? Вчера реально мне, короче, все время говорят, что я похожа на Галь Гадот. Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох.